touch that. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Сейчас будет рок-песня. Нам нужно 2 минуты. Вам нужно 2 минуты? Вообще мы не поздоровались. Привет, мы группа «Космос» на потолке из Москвы в Казани. Что, нам нужно 2 минуты, я... Так, Настя, это наша барабанщица, кстати, пожалуйста. Она сказала, что ей нужно 2 минуты, поэтому я вас буду развлекать. Давай. Я все перечитал. Все письма среагировал на все картинки. И фильмы все от хаоса, блокбастеры увидел. И всю музыку хорошую, плохую, все хиты услышал. Я информации наполнен выше горла, через край. Я даже знаю, как сейчас дела у нескольких случайных, совершенно незнакомых мне людей. Я знаю все, я знаю все. Все такое все равно, отстой. И я...
Я такой пустой. Боже, как все неинтересно. Все глубже вдавливаясь в кресло. Где-то в Индонезии жених гермафродит. Сам себе невеста. Пройдите личностные тесты. У Насти там уже все в порядке. Следующий куплет этой песни, если что-то вдруг опять пойдет не так. Thank you.
есть звукорежиссер где-то, он на связи? Продолжаем дом престарелых котиков. Да, не-не, все нормально. Лимонад? Да, давай. Лимонады. У тебя будет классная песня. Давайте. Как вам группа «Оси-Руси»? Отличная компания. Нам очень нравится. И вы тоже. Вы супер! Thank you.
влюбленность. Я гитару пристроил. Я не помню приличных анекдотов, которые можно рассказывать. Давайте фристайл, анекдот фристайл. Блин. Это просто не смешно. Ладно, сейчас это маленький просто перерыв, в который мы можем сказать о том, что вы можете нас поддержать. Мы привезли в Казань наш мерч, футболки и наклейки. И он на входе, да? Да. Нет? Да. На входе можно посмотреть, там висит две футболки и лежит. В общем, мы принесем их на вход. Вот. И можно на память купить себе такую штуку. Они прикольные, красивые. Просто после концерта подходите к сцене. Или, да, подходите к сцене просто тоже. Мы вынесем их. Я знаю, где моя дорога. Я не знаю, куда успеть. Я не знаю, где моя дорога. 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 Я
новая песня. Сейчас будет новая песня, которую мы даже еще не записали, но завтра собираемся записать в Нижнем Новгороде. Поэтому вы будете... А, ну хотя, ну да, вы будете последние, кто услышал ее перед тем, как мы ее записали. Называется Cold Heart. Thank you.
Девочки сидят на ступеньках. Это я, если тебя не узнаю. Прячутся далеко, курят и пьют вино. Я сплю, но скоро я выбегу из дома. Очень скоро мне позвонят и обнимут их танцы закружат и картинки зарегают. Следующую песню можно рассказать, что Казань самый пока хлебосольный город на нашем пути. Нас сегодня два раза очень вкусно покормили, целых два. И да, здесь классная паста. А у Руслана из Усируси лучший тыквенный суп там в Казани, поверьте, поверьте. Руслан пока еще не сварил нам вкусный очень суп сегодня. Давайте просто поддержим. Thank you.
Thank you.
Можно водичку нам дать, пожалуйста, кого-нибудь? У вас такая на водичке. Давайте пошумим! Пошумим! За Казань. Осталось всего две песни.
Так что продолжение песни. На чем я остановился? На втором куплете. Размер ноги и прочее. Да. Пройдите личностные тесты. Ваш психологический возраст ноль. Психологическая группа крови ноль. Ваш психологический размер ноги 43. Результаты теста. Вы пустой. На басу, Настя Лясникова на барабанах, Илья Конухин на гитаре и Вика Фролова.
Все песни, которые мы умеем, можем что-нибудь повторить. Нам очень нравится играть новую песню, мы ее вам сыграем. Thank you.
хорошо. Пока, мы еще к вам приедем. Вы охуенные. Если вам нужны футболы, мы сейчас придем.